Всем привет! Вы на канале Вязать легко. С огромным удовольствием представляю вашему вниманию шапку, связанную широкими косами. Я назову ее орхидея. Шапка имеет прилегающий силуэт и форму как бы продолжения лица. Особо хочу обратить ваше внимание на макушку этой шапулечки. Оно сделано в виде цветка и имеет круглую форму. Вязание достаточно сложное, и я рекомендую просмотреть видео хотя бы пару раз. Я сама часто так делаю, так как с первого раза невозможно вникнуть во все детали. Приятного всем просмотра! Подписывайтесь на мой канал, предлагайте интересные темы, а также присылайте фото своих воплощений. Для вязания этой шапки мне понадобились спицы, круговые спицы номер 6. Длина спиц 40 сантиметров. Затем чулочно-носочные спицы номер 6. Игла для сшивания и дополнительная спица для вязания жгутов. Что касается ниток, я взяла чисто шерстяную пряжу фабрики Ярослав. Но в идеале сюда подходит очень хорошо Ализе Ангора Gold Star, пряжа с пайетками, в 100 граммах 410 метров. Итак, подобрав все необходимое, приступим к вязанию. После того, как я связала 17 рядов резинки, пришло время перейти на основной узор. Основной узор — это косы. Косы из 16 лицевых петель. Для вязания кос понадобятся спицы номер 6. Вот я перешла уже на спицы номер 6. И петель нужно добавить еще 5. Я перешла на основной узор, прибавив 5 петель и сделала разбивку. Это шапка на 58 размер. Если размер поменьше, то можно уменьшить количество петель в промежутках между косами. Итак, у меня получилось 6 рапортов по 18 петель. 16 петель лицевых и 2 изнаночных. На оставшихся 10 петлях я буду вязать косу из 8 петель плюс 2 изнаночных. Эту маленькую косу нужно расположить в районе затылка. Вот здесь. Теперь покажу более наглядно. Ряд начинается в затылочной части. Вяжу 4 лицевых. Раз, два, три, четыре. 2 изнаночных. Это я провязала половину маленькой косы. Теперь вяжу 16 лицевых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, 13, 14, 15, 16 и 2 изнаночных. Как вы поняли, коса будет состоять из 16 петель. И таких кос у меня 6. Довязав первый ряд и распределив свои петли, нужно вязать еще 4 ряда. В пятом ряду я начну вывязывать жгуты, которые, как я уже сказала, представляют собой широкую косу, которую я буду вязать в 2 захода. То есть не сразу, не в одном ряду, а за 2 ряда свяжу косу. Это нужно для того, чтобы шапка не сильно затягивалась. Итак, продолжу вязание до 5 ряда. Связано 4 ряда основного узора. Теперь покажу, как связать первый ряд косы из 16 петель. Провязываю 2 лицевых. Затем 2 петли снимаю на дополнительную спицу за работой. И провязываю 4 лицевых. Раз, два,
3, 4. Теперь нужно провязать 2 петли с дополнительной спицы. Раз, два. Я дошла до середины косы, провязав 8 петель. Осталось еще 8. 4 петли снимаю на дополнительную спицу перед работой. Провязываю 2 лицевых. Раз, два. Теперь провязываю 4 петли лицевыми с дополнительной спицы. Вязание желательно не затягивать. Раз, два. Три. Четыре. Осталось довязать еще 2 петли лицевыми. Раз, два и 2 изнаночных. Вот таким образом я сделала первую часть косы, первый ряд косы. Оставшиеся 5 широких кос в этом ряду нужно довязать. Связать их аналогично первой. Итак, продолжим вязать. Маленькую косичку я просто связала жгутом 4 на 4. Теперь вторая часть. Показываю. 2 петли снимаю на дополнительную спицу за работой. Провязываю 4 лицевых. Раз, два, три, четыре. Теперь провязываю лицевые петли с дополнительной спицы. И еще 4 лицевых. Раз, два, три, четыре. 4 петли. Нанизываю на дополнительную спицу перед работой. Провязываю 2 петли лицевыми с левой спицы и еще 4 лицевых с дополнительной спицы. Раз. Два, три, четыре и еще 2 изнаночных. Вот так в 2 захода вяжется этот жгут. Этот второй ряд нужно довязать до конца. Затем провязать еще 4 ряда до следующего перекрещивания. Продолжаем вязать. Высота моей шапки достигла 13 сантиметров. И перед тем, как выполнить третье перекрещивание, я сделаю первое убавление в 16 ряду. Убавлять буду по 3 петли в каждом мотиве. Для этого провязываю 4 петли лицевыми, 5 и 6 мне нужно провязать вместе лицевой с наклоном вправо. Дальше провязываю еще 4 петли и 11 и 12 петлю провязываю вместе лицевой с наклоном влево. Показываю.
4 лицевых. Пятую и шестую петлю провязываю вместе лицевой с наклоном вправо. Затем провязываю еще 4 лицевых. И 11 и 12 петлю провязываю вместе лицевой с наклоном влево. И довязываю оставшиеся 13, 14, 15 и 16 петлю. После этого я провязываю 2 вместе изнаночной петлей, таким образом делая третье убавление. Также мне нужно довязать и все остальные косы. В 17 ряду я свяжу очередное перекрещивание кос, только сделаю это уже на 12 петлях и в один заход. И так продолжим вязать. Провязав 16 ряд, я убавила по 3 петли в каждом мотиве. Теперь в 17 ряду я сделаю перекрещивание и одновременно убавлю еще по 2 петли. Посмотрите, как я это сделаю. Снимаю 4 петли на дополнительную спицу за работой. 1, 2, 3, 4. Затем провязываю 3 петли лицевых. 3 петли провязала. Затем провязываю петли с дополнительной спицы, одновременно сделав убавление. Вяжу 2 вместе лицевой и еще 2 петли. После этого я снимаю на дополнительную спицу 3 петли перед работой и провязываю еще 4 петли, делая при этом еще одно убавление. 2 вместе лицевой. Делайте удобным для вас способом. Вязание достаточно тугое. Вот, провязав 3 петли, довязываю еще 3 петли с дополнительной спицы. То же самое мне нужно довязать до конца 17 ряда. Затем еще 2 ряда, 18 и 19, я провяжу ровно по рисунку. В 20 ряду я сделаю перекрещивание между мотивами. И сразу же в 21 ряду начну убавление донышка. Итак, продолжаем вязать до 20 ряда. Друзья, мне не хочется утомлять вас слишком длинным видео, и поэтому я решила продолжить вязание шапки, а точнее вязание донышка, во второй части. Теперь я покажу свое изделие в готовом виде. Вот моя шапка. Вся изюминка этой шапки заключается в ее донышке, которая сделана в виде цветка. Посмотрите, в виде цветка с отдельными лепестками. Дождитесь моего видео, где я покажу, как вязать эту макушку. Вяжется она достаточно сложно. Теперь прощаюсь с вами и желаю хорошего настроения и вдохновения. До новых встреч на моем канале!